88. Марданов Иван мчится третьим, Андрей Перминов пока очков себе не везет. Но тем не менее... Александр лидирует, Михаил Клешков пытается, ищет, куда же его проскользнуть мимо Александра. Давай, Михаил, поехал! Ну что делаешь, вот так вот и бывает. Так бывает, друзья. Эвакуатор у нас готовится там. Конечно же, некрасивый маневр совершил господин, господин Клобуков Вячеслав. Ой, друзья, остановка заезда у нас. У нас остановка заезда, друзья. Быстренько, судьи на виражах, помоги мне, пожалуйста, сводите гонщика. Друзья, механики, давайте бегом там, Гоша, давайте все. Леонид Комкин, номер 111. Сегодня первый раз вообще он сел в такой спортивный автомобиль. Обычно он где-нибудь на лесовозе, там, на КамАЗе, на Фискаре. В работе. А сегодня на спортивном автомобиле. В прошлом году он пробовал себя на картинге. На спортивном картинге. Это такой детский автомобиль, но он и взрослый в то же время. В профи-рейде принимал участие активно, и трассы строил, и спортивные машины.
побеждал в болоте, ночевал очень часто. А сегодня на спортивном болиде номер 111. Спортсмены пошли на заключительный круг. Номер 18 лидирует у нас. Танцов Антон, Леонид Комкин все предпринимает, но его двенашка, но его арендована двенашка сегодня, пока очков не везет. Информация для зрителей, желающих, кто вот так гонки нравится, не только посмотреть, а можно, в принципе, арендовать такой спортивный автомобиль. И поучаствовать, можно там вдвоем, втроем даже заявиться на гонку, на той машине покататься там из заезда в заезд. Так что милости просим всех на лед. Старт выиграл номер 41, Ксензов Александр. Его преследует номер 18, Танцов Антон. Борисов Станислав третьим мчался. Но тут Сергей Ощепко все-таки предпринимает. Как хорошо у него, Сергей, машина рулится. И он с легкостью. Он не борется с автомобилем, он просто с легкостью проезжает мимо своих конкурентов. Можно сказать, что он навстречу. Смотрите, насколько он быстрее едет конкурентов. Вот 41-й едет, и Сергей на него просто накатывает. Просто накатывает. Накатил, облизнул и просто его проехал. Просто проехал. А вот это характер Ксензов Александр, я думал, он лидирует, он уже первый. Не тут-то было, проскочил мимо Сергея Щепков и просто оторвался от всей команды преследователей. Победный финиш себе в копилку везет 3 пункта. Ощепков Сергей, номер 73, город Слободской. 2 пункта везет в копилку номер 41, Ксензов Александр. 1 пункт номер 18 записывает Панцов Антон. И Борисов Станислав очков не получает в этом заезде. Что там судья на старте еще подберет, в карманы сложит? Снег, наверное, понес. Шипы находит. Поехали. Александр Кольдов, номер 47, выиграл старт. Вторым числом Вадим Гусейнов, номер 8. Кошкин Максим борется с Вадимом Гусейновым. Вот восьмерка или четверка все-таки у нас по номерам. Нет, Вадим Гусейнов все-таки опыт сказывается. У него вождение картинга, спортивных мотоциклов. В этом заезде. Это такая спортивная семья, автомобильно-спортивная. Отец у него, Михаил Колдов, тоже номер 47, едет на переднем приводе в двух классах, как обычно. И 1600, и Д2Н. И там, и сям побеждают всякий раз. Летом они выезжают в Республику Мариэл на автокросс, и Александр, и Михаил. У каждого свой спортивный автомобиль, свой грузовик, прицеп. И победа.
очки себе записывает Александр Кулдов, номер 47. Вторым финишировал, фотофиниш у нас, номер 8. Гусейнов 1, и Кошкин Максим, номер 4, третьим. Не зарекайся. Я от него убегал с этой хуйней. Ну я вижу, вроде бы, не отвечаю. А тихо как, только выхожу, и что, а тут как. Следует Вадим Гусейнов, номер 8, номер 10, третий, Задворных Олег, город Киров. Четвертым номер 2, Слобожанин, Антонов Андрей. Так вот смотришь, вроде эти машины так медленно едут, там что-то борются там между собой. Они такие же, в принципе, эмоции испытывают, потому что класс 1600, и что Формула-1, и на Дакаре камазисты также точно те же эмоции испытывают, понимаете? Вот это нужно попробовать себя сесть в такой болид, чтобы механик тебя пристегнул, шлем застегнул, и просто покататься по скользкому льду, поуправлять таким автомобилем, который... Скажем так, отходил свой век уже, а сегодня ему дают вторую жизнь, и он нас веселит. И своего хозяина, и механики над ним работают. Победный финиш, Александр Кулдов. 5 пунктов, 4 Вадим Гусейнов, 3 пункта, номер 10, Задворных Олег. Евгений. Победа, 3 очка, привет, Серпан.
Кузов, номер 49-2, Евгений Горев и один пункт Михаил Голдов, номер 47. Так быстро заезд прошел. Старт для игры номер 77. Пескишев Андрей. Вторым учится Савин Андрей, номер 16. Земцов Иван. Как активно он зашел в поворот по наружке-то, Иван. Ай, красивый заезд какой. Что-то случилось у Андрея Савина. А тем временем номер 77, Пескишев Андрей, лидирует в этом заезде. Иван Земцов второй учится. Желтый флаг, пожалуйста, там выкиньте на входе вираж. Вот он, победный финиш. Номер 77. Пескишев Андрей привозит в свою копилку три пункта очередные. Ой, аккуратнее, дорогой Иван Земцов. Привозит два пункта. Я так понимаю, сход у Андрея Савинова. И очков он в свою копилку не приносит в этом заезде. У нас из заезда исключался Александр Ложкин за опасную езду. Если уперся, ты отпусти. Зачем за разворачивать человека? Александр, он тебе не перекрывал дорожку. Ты должен просто был закрыть газ. У меня ничего личного ни к тебе, ни к Дмитрию нет. Ты просто не прав в этом заезде. Я понимаю, горячность есть. У тебя есть тренер, у тебя есть механики, они это все видят. Поехали. Себе три пункта. Вторым финиширует номер 9 Станислав Гомзяков и Лумбов Владимир.
записывает в свою копилку один пункт. Старт выиграл номер 96. Галин Артем, вторым числе Сергей Мальков, номер 26. Михаил Клешков пока на третьей позиции, но я так думаю, он все предпримет для того, чтобы... И он держит Сергея Малькова. А Михаил тем временем подкрался. Я думаю, что аккуратно сейчас проедет и Сергея Малькова, и доберется до Артема Лялина. Что-то у Артема Лялина сегодня хода нет, он кроит, скорость теряет, и компаньонов своих не пускают просто вперед. Не всегда это красиво бывает. Гонщик, кировский гонщик Олег Санович, я никогда про него не забываю, и Женьке сыну всегда напоминаю о том, что будешь кроить, тебя проедут просто, либо растолкают, развернут и на сугроб повесят. О чем я и говорил, Артем Лялин кроил, и Сергей Мальков его просто облизнул и уехал от него на порядок, быстрее его движение, слаженность вождения и коробка передач, и обороты двигателя подбирают в вираже. Победный финиш. Сергей Мальков 3 пункта, Артем Лялин 2, Михаил Клешков 1 пункт записывает свою копилку. 43-1-22-55. Поехали! Бекащук номер 47. Вторым числом Владимир Малышев номер 1 на автомобиле номер 17. Вот они два друга, одна компания. Ай, друзья, остановка заезда у нас. Друзья, остановка заезда. Механики, быстренько эвакуатор. Помогите спортсмену вылезть из машины, выбраться. Давайте поактивней. Механики там стоим тоже, пэшики получили, а машина на боку лежит. Давайте, друзья, поможем. Не всегда это безопасно, потому что машина на боку, масло, бензин вытекает. Друзья, сегодня полный бак. По 5 минут, да, да, друзья, сегодня второй этап у нас богат переворотами, столкновениями, опасной ездой. Я думаю, что русская зима себя еще покажет в этом году. И в плане климата, говорят, он потеплел. Я думаю, что зима на апрель-май перемещается у нас, как обычно. Не пускай не кататься. Не знаю. Старт выиграл номер 1. Владимир Малышев под номером 17. Он на таком автомобиле учится своего товарища. У него номер 1. Владимир Малышев, ветеран автомобильного спорта в Кировской области. Неоднократный победитель межобластных соревнований по авторалли, по ледовым трековым гонкам. Вот он учится первым, показывает нам класс вождения. Виталий Благощук мчится вторым, номер 43. Выйдет.
заключительный окоп. Лидирует Владимир Малышев. Виталий Татащук его пытается повнутри, понаружи объехать. Ну, не знаю, хватит хода, не хватит. Проехать Владимира Малышева, все-таки опыт вождения. Я думаю, что и молодость тоже немало значит в этом виде спорта. 3 пункта. Владимир Малышев. 2 пункта, номер 43. Виталий Балканщук. Старт выиграл Владимир Малышев, номер 1, под номером 22. Ну, вот такой по инерции, видите, у него багажник там даже открылся, холодильник, видать, мешал в автомобиле. Его товарищ, номер 17, Баранов Алексей, на своей гоночной копейке, красивой самой сегодня, нарядной, умчался. Умчался за своей победой. Вторым мчится номер 43, Виталий Балканщук. И Никита Зуев его атакует. Ну все в пределах правил, пока в пределах правил. Немножко скорости добавились, вот лед стал такой шершавый, битый. А тем временем, пока Виталий Балканщук с Никитой Зуевым бились, победу одерживает в этом заезде Паранов Алексей, 3 пункта. Вторым финишировал Виталий Балканщук, 2. Третьим финишировал Никита Зуев. Друзья, вот по правилам соревнований в мотогонках по льду, вот если спортсмен финишировал, но у него там что-то, допустим, от мотоцикла, глушитель там, сиденье отвалилось, и он приехал без этой детали на финиш, у него финиш не принимают. В данном случае Никита Зуев финишировал вместе с панелью приборов, или что у него там отпало такое? Она привязана на веревку была сзади, чтобы он с ней финишировал вместе. Вот это красавцы, вот это подготовка спортивных автомобилей. Алексей, номер 17, на красивой копейке. Вторым мчится Бандич Сергей, номер 20. И третьим мчится Смертин Андрей, номер 55. Не поверите, вот он только что перевернулся, да, вот буквально несколько минут назад. Все, ему подправили колесики, накачали, все, парень снова в бою. Заключительный круг, лидирует Баранов Алексей, номер 17. Вторым числом номер 20, Бандич Сергей. Баранов Алексей, 3 пункта, Бандич Сергей, 2. И Смертин Андрей, 1 пункт, записывает свою копилку. Чистка дорожки.
Друзья, кто там, зрители пришли с собакой? Собаку пригласите за сетку вот к себе. Друзья, у нас остановка заезда. У нас остановка заезда, вообще. ЧП может случиться. Остановка заезда у нас. Зрители, кто пришел с собакой, пожалуйста, собаку убери меня отсюда. Номер 47, Сергей Ощепков его преследует. Номер 73. Донцов Вячеслав 3, Бела 35 и Андрей Перминов четвертым мчится. Лидирует Михаил Колдов, номер 47. Сергей Ощепков пока не может с ним справиться. Хотя автомобиль так классно управляется у Сергея. Как красиво, все, внимание. Вот. Михаил Колдов, 3 пункта. Вторым финиширует номер 73. Сергей Ощепков, 2. Панцов Вячеслав, 1 пункт записывает в копилку. Андрей Перминов очков не получает в этом заезде. 10-й заезд. Потому что машины примерно одинаково подготовлены, мощность двигателей, коробки передач, все стандартное. Михаил Колдов, номер 47, мчится первым. Второй номер 41, Сенков Александр, 77. Пескишев Андрей мчится третьим. Заключительный круг. Михаил Колдов лидирует. Номер 47. Сенков Александр вторым. Пока ничего не может сделать с Михаилом. Победа 3 очка приносит в копилку Михаил Колдов, номер 47. 2 пункта. Номер 41. Сенков Александр. И номер 77, Пескишев Андрей, 1 пункт, записывает свою копилку. Старт выигрывал Борисов Станислав, номер 150. Вторым мчится Панцов Вячеслав, Михаил Клешков третьим. Черная восьмерка. Дал пинка легонького такого. Это уже выяснение отношений такое начинается легонькое пока. Я думаю, в закрытом парке они это продолжат. У Мишани так кулачки-то пусть... Вот видите, один-один, я ж говорил. Только начинается еще у нас.
рабочая обстановка. Так вот, я продолжу. Есть такой гонщик, был и есть. Наверное, помните Олег Санович, он просто такой мужик-характер. И если его, не дай бог, кто-то шевельнул, только чуть задел, он так подаст, что, наверное, на сугробе можно оказаться в любой момент. Первым мчится Борисов Станислав, номер 150, Михаил Гришков. Вторым это два друга, видите, они пинков дают друг другу. Из одного гаража вместе машины ремонтируют, строят их. Победный финиш! Вот этот финиш, я хотел бы узнать от зрителей, кто первый. 188! Черный или зеленый? Черный! 3 пункта записывают в копилку Михаил Гришков, номер 188, 2 пункта Борисов Станислав. Ждем четвертого спортсмена, номер 35, Перминов Андрей. Красно-зеленая 35-ка. Старт выиграл Костюшев Андрей, номер 77. Но тут же в первом вираже объехал. Просто отъезжает от него. Визуально очень хорошо видно, как машина. Вот классно рулится. Восьмерка номер 2. Лагунов Игорь. Первым мчится номер 2 Лагунов Игорь, вторым мчится 77 Пескишев Андрей, третьим Борисов Станислав, Андрей Перминов четвертым, номер 35. Финиш, очередные 3 очка записывают в копилку номер 2 Лагунов Игорь. 2 пункта номер 77 Пескишев Андрей. 1 пункт Борисов Станислав, номер 150. И Перминов Андрей очков не получает в этом заезде. Кулдов номер 47, вторым мчится номер 8 Гусейнов Вадим, третьим номер 10. Да, вот так часто бывает, друг на друга обратили внимание. А конкурента проехал и просто уезжает от своих преследователей. Первым мчится Александр Колдун, вторым Сергей Бандич. Третьим номер 8 Владимир Гусейнов Вадим. Вот так вот. Финиш Александра Колдова, номер 47.
5 пунктов записывают свою копилку. 4 пункта номер 10. Задворных Олег. 3 пункта номер 2. Слобожанин Антонов Андрей. Старт выиграл номер 4. Пантич Сергей. О, прошу прощения. Пушкин. Прошу прощения, Кошкин Максим. Вторым крадется Александр Кулдов. Номер 10 за дворных коллег. Пока третьим. Усилия для обгона номера 4 Кошкина Максима, но пока безрезультатно. Просто Александр очень так воспитан в семье, что нужно аккуратным быть и к своему имуществу, и к товарищам. Другой бы залез уже, локти пошире, растолкал всех. А этот парень аккуратный, а это главное в жизни. Гонка — это не последнее, это не самое главное. Главное, чтобы было здоровье. Павел Анисимов, номер 49. Ребята. Старт
Ленина номер 99, вторым часом Мальков. Сергей Мальков, номер 26, третьим Михаил Колдов, номер 47. Давай, сынок, газуй! Ленин номер 99. Давай, сынок, удержись просто на чистой дороге, удержись. Не нужно никого удивлять. У тебя два заезда сегодня осталось. Покажи, как нужно ехать. Просто себя найди сегодня. В городе Кирове. Михаил Кулдов чисто третьим. Давай, Олимпий, газуй! У тебя такая спонсор, автомейка Вязкая 37. Но это, конечно, уже не по учительски, сынок. Можешь один-один сделать, я тебе разрешаю, я не увижу это. Упёрся и толкай, и поехал! Ну где ты, сынок, газуй? Ну где ты, сынок, газуй? Ну что сделаешь? Вот такая ты интеллигентная личность, это Женька Умпов. Сходил в армию, даже материться не научился, я не знаю, для чего он ходил туда. Так и на дорожке вот сегодня себя ведет. Друзья, у нас фальстарт номер 16. У нас удаляется из заезда номер 16, Савин Андрей. Я не виноват. Вы все видели, он сам поехал. Поехали. Ложкин Александр вторым. Его преследует. Преследует Михаил Кришков, номер Александра Ложкина записывает в копилку 3 пункта. Михаил Кришков 2 пункта записывает в свою копилку. Поехали. Комсяков номер 9, третьим номер 96 Артем Лялин, четвертым Иван Зимцов.
Станислав Гомсяков его натолкнул. Ну, вы сами видите, вам уже не нужно рассказывать правила соревнования, вы сами все это прекрасно видите. Евгений Горев 3 пункта. Иван Земцов 2. 1 пункт. Артем Лялин, номер 96. И Станислав Гомзяков очков не получает в этом заезде. 13-й заезд. Первая дорожка Марданов Иван. Вторая дорожка номер 35. Пенцов Вячеслав. Третья дорожка номер 77. Пескишев Андрей. И четвертая дорожка номер 18. Панцов Антон. Поехали. Вторым номер один 35, белая 35-ка. Вот так вот получается, Иван попридержал. Сейчас они его в сугроб еще затолкнут. Как дружненько они прошли поворот. А тем временем Пескишев Андрей просто уже на 100 метров от них оторвался на полную прямую. Ему просто нужно доехать до финиша и принести свои победные 3 пункта. Вторым числа номер 18, Танцов Антон. Третьим числа его брат номер 35, Панцов Вячеслав. Победный финиш. Номер 77. 3 пункта. Пескишев Андрей. Вторым финиширует номер 18, Панцов Антон. Третьим его брат. Номер 35, Панцов Вячеслав. И Иван Марданов очков не получает в этом заезде. Дмитрий номер 5. Вторым числа номер 1 на автомобиле номер 22. Это Малышев Владимир. Третьим номер 55. Смертин Андрей, который перевернулся. Такие красивые уши нам показал, как нужно на машине. Как не нужно на машине переворачиваться. И четвертым числа с Ладожанин. Крысов Олег. Петухов Дмитрий номер 5, вторым Владимир Малышев номер 1, третьим Смертин Андрей номер 55. Петухов Дмитрий 3 пункта записывает в копилку. Владимир Малышев 2, Андрей Смертин 1 пункт. И Крысов Олег очков не получает в этом заезде. Третьим Кришков Михаил номер 188.
Земцов Иван. Павел Анисимов уверенно лидирует. Ломбик наступает на пятки ему. Давай, сынок, газуй. Павел Анисимов, 3 пункта. Евгений Лумпов, 2. Михаил Кришков, 1 пункт, записывает свою копилку. Пытаться по внутренней пробке проехать своих конкурентов, но... Нельзя и Сергея Малькова сбрасывать со счетов. Евгений Горец, номер 88, первый, Александр Ложкин, второй. Просто активно уходит отрываться от своих преследователей. Победный финиш Александра Ложкина. Победный финиш, 3 пункта записывает в копилку, номер 69, Ложкин Александр. 2 пункта, Горев Евгений. Мальков Сергей, Пескашев Андрей, очков не получают в этом заезде. Старт выиграл Кропотов Дмитрий, номер 3. Михаил Кропотов учится вторым, номер 47. Савин Андрей, третьим, номер 16. Артем Лялин пока очков себе не везет. Но весь заезд впереди. Это 4 круга, 8 виражей. Друзья, чья-то собака, то придержите ее пока. Не пугайте, пусть она рядом с вами стоит. Своих преследователей на полную прямую. Красиво, с эффектом, с таким понаружи. Вторым мчится Михаил Кудов, третьим Артем Лялин. Победный финиш. 3 пункта записывает Кропотов Дмитрий. 2 пункта Михаил Кулгов. 1 пункт Лялин Артем и Андрей Савин. Очков не получат в этом заезде. Поехали. За первое место. Перезаезд за первое место.
прощения. Перезаезд за первое место на втором этапе автошоу «Русская зима». Алексей Баранов на него накатывается, я думаю, что сейчас реализует эту возможность. Машинки так вальяжно покачиваются в повороте, как на лодочках они плывут. Лед сгрызли. На первом этапе сгрызли примерно 30 сантиметров. А вот о чем я вам и говорил, друзья. А вот и он. Что финиш у нас после финишного флага, после линии финиша. Ой, как... Ну что хочу сказать, вот это спорт. Вроде бы ехал в гору, расслабился, а тут его Алексей-то я погнал. И расслабился так же точно. Так что все вам на виду, все дословно, что знаю, рассказываю из истории своих мотогонок, 17 лет в сборной России.